Мощный взрыв прогремел в селе Окуми Гальского района Абхазии. Как выясняется, причиной взрыва стал пожар. Возгорание началось в штабе российских войск. Затем взорвался склад боеприпасов. Пострадали несколько российских военнослужащих. В соседних домах выбиты стекла. Вместе с военным арсеналом полностью уничтожена документация, хранившаяся в штабе. С утра в Окуми работает спецкомиссия российских войск. Она должна установить причины возникновения пожара. По имеющейся информации, в селе Окуми уничтожен штаб российских военных, который был расположен в доме семьи Гиви Булицкерия. Взорвался хранящийся там военный арсенал. Шум взрыва вызвал панику среди местного населения.